Спонсор этого видео – Discord-сервер Vendetta, созданный совсем недавно для общения и совместных мультиплеерных партий. Давайте поддержим молодой сервер, ссылка на него в описании видео. Итак, зрители, всем привет, с вами как всегда Эмбер, мы продолжаем играть за Алинийскую Республику в моде Equestria War. Так вот, осталось совсем немного времени до нападения чейнджлингов на нас. Скоро этот фокус изучится, и они кинут нам ультиматум, уже второй, и, собственно, последний. Но сейчас у нас очень мало войск, поэтому нужно развернуть новые. 8 штук у нас уже здесь готово, и я думаю, 4 отпустить заранее. Они, конечно, будут необычные, обучение всего лишь 35%, но тянуть больше нельзя. Давайте их ставим. Итак, 26. Что-то я пересчитал немного. Значит, 2 мы убираем. Эти все пока свои места занимайте. Эта 2, я думаю, будет пока сейчас просто как помощь. Там, где она нужна, в самые слабые места я ее буду посылать. Пока пусть, наверное, стоит здесь. Дальше. Как только вот война начнется, я распакую вот эти вот дивизии. Я, правда, почему-то поставил 2 разные, хотя они по сути одинаковые. Ну ладно, просто зависит от типа приоритета. Все, я их распакую, и это по портам вот этим вот они будут стоять. Я их уже назначил на эти места, потому что этот гад, он будет делать высадки. А наш флот, уже 37, наш флот он не сможет сражаться с флотом чейнджлингов, поэтому он будет нам нужен только для вот этого водного пространства. Если мы будем торговать с, допустим, Ванкувером или с Эквестрией, то наш канон будет ловить, и чтобы этого не происходило, собственно, этот флот будет здесь плавать и искать противников. Но пока я сейчас подожду, пока дивизии наши укрепятся. Ну, хотя пускай станут на свои места. И, короче, я решил не убирать все-таки артиллерию отсюда, потому что нужно еще как бы 10 опыта армии. У нас всего лишь 8. Ну, это, в принципе, можно сейчас получить через решение опыт. Но я решил то, что это будет лишнее. Мы уже сделали много артиллерии, и просто не использовать ее будет не самой лучшей идеей. Но из-за того, что артиллерия у нас сейчас производится, мы не можем производить доп. Оснащение. А доп. Оснащение — это разведка и саперная рота, которые в этой войне будут просто необходимы. А у нас этого нет. Я просто не рассчитал это, но сейчас уже слишком поздно что-то менять, и придется сражаться тем, что у нас есть. Да, тут я, конечно, подтупил слегка, но думаю, это будет не критично. Думаю, надеюсь. Пока артиллерия делается, но я еще сейчас поставил делать еще 4 дивизии, чтобы была здесь 6. Ну чё, фокус там у тебя уже изучился, и она должна нам кинуть ультиматум. Да, завоевание оленей. Должна кинуть ультиматум, приходится сейчас просто ждать. Я думал, она это сразу сделает, но что-то нет. Кстати, я здесь изучил стимулирование промышленного производства, и мы получили современное общество. А тогда стояла сталая промышленность. Вы можете видеть, какие минусы она давала, а сейчас у нас этого нету. И это хорошо повлияет и на нашу экономику, и на исследования. Но нам нужно двигаться дальше. Можно получить 3 фабрик, 2 военных завода, либо же выйти сюда. Да, я думаю, все же да, сюда лучше выйти, там получаем 3-летний план, скорость строительства фабрики. Вот, это хороший бонус. Они нам помогут сейчас поднять нашу экономику еще сильнее. Правинская гражданская война. О, изучили доктрину. Теперь защита плюс 20%. Через 333 дня, это будет почти год. Но они на нас нападут, конечно, раньше. Без этого бонуса, видимо, будем играться. Ну или я сам на них нападу, потому что что-то они тянут сильно. Ладно, посмотрим. А, все, они уже на нас напали. И причем захватили уже некоторые территории, пока я заметил их нападение. Даже выставка, смотрите, вот есть. А сюда, надеюсь, нет. Все, хорошо. Теперь, когда они к нам подойдут, а это будет совсем скоро, мне нужно будет определить, насколько они опасны. Потому что я не знаю, какие у них там дивизии, состав и вообще сила. А бонусы, насколько я знаю, у них там хорошие, потому что я за них играл. Кто не смотрел прохождение за чейнджлингов, посмотрите, там я усилял Эквестрию и еще страны. Поэтому там, ну, одно из самых потных прохождений, наверное, точно. Ну, возможно, и это таким будет. Хотя обычно все всегда наоборот. Так, подходят они. Ну-ка, состав 5-7. Одна поддержка, одна разведка, одна укрепка. Но это егеря, это, я знаю, то, что это слабые дивизии. Надо найти именно стандартные, регулярные дивки у него. Так, скоро подойдет. Здесь немного, конечно, превышение есть. Еще, ну-ка, давайте-ка сейчас я украду, поставлю сюда. Можно, знаете, как сделать? Прочертить, наверное, вот так, пока они еще не подошли, у нас есть время. Так, как я там чертил вообще? А, вот так. Хоп-хоп-хоп, и вот сюда. Все, они тогда становятся как бы одной единой армией объединенной. И один цвет принимают, поэтому не будет такой фигни. Так, рабочий на протяжении веков я изучил. И можно пойти в рабочий научный комитет, но сейчас это не самое главное. Нам лучше, знаете, что сделать? Военные заводы получить. Инвестиции в вооруженные силы. Там дальше можно выйти в интересные бонусы. Например, ружье за каждую монету. Либо же конец кустарной промышленности. Но это мы уже потом решим. По ситуации в нашей стране определим, какой фокус брать именно. Так, я хотел изучить радио. Что-то они медленновато захватывают. Пустые территории, давай. Не торопятся они вообще. С опаской двигаются. Опа. Тут уже парочка капитулировала. Теперь здесь ученики ночи против республики Балтимейр. А эти отстаки они капнули. О, у тебя тут модификаторов всяких интересных.
а Лас Пегасус заключил альянс с конфедерацией, и они, получается, нейтралы. Кстати, квестеры тащат. Квестеры тащат, хотя дивизий у Лунной Империи много, но, мне кажется, она сильно разгоняется, ей потом будет тяжело, потому что тут она выйдет на границу с Кристальной Империей, и Кристальная Империя будет еще хлеще в этой войне участвовать, потому что Кристальная Империя неохотно помогает Лунной Империи сейчас, из-за того, что границы нет. А вот когда выйдет на границу, тогда... Но при этом Лунная Империя здесь зажата, посмотрите, морской базы нет. То есть это вполне может быть котел. Да, можно глянуть, кстати, по альянсам, как оно. А, ну, вот так, в принципе. Без зоны сейчас тут, в этом альянсе. Эквестриском. Короче, если она сожмет вот это дело, и тут реально будет много дивизий, то Эквестри, в принципе, станет намного проще. Потому что сейчас у нее их просто не хватает. Промышленность здесь разрушена. Ну ладно. Так, пытаются атаковать. Это танки у нас. А, они слабенькие. 3 легких танка мы пробить можем. Но мы пробить не можем легкие танки. Артиллерия у нас просто в поддержке, а артиллерия в поддержке, она слабая. Поэтому такое. Тут надо изучать противотанковые орудия. Но они... Только через 4 года нормально смогут изучаться. Сейчас что мы берем? На промышленность. Наверное, стоит максимум поднять, потому что там уже пехотка вышла к нему. Давайте максимум поднимем. Рост у нас хороший, производство. Так, теперь вот это. Потихоньку будем просто производить. Я думаю, еще парочку девок стоит сделать. Штучки 4. И у нас теперь накопилось много политвласти, и пора взять военную экономику. А также еще я хочу взять провидца. Разведка плюс 10%. Можно также разогнаться и взять на артиллерию. Нет, наверное, сначала возьму... Слушайте, я даже не знаю. О, можно фабрики получить. Политвласть, прирост населения плюс 15%, кстати, неплохо. Можно поднять стабильность, это повысит нашу экономику. Фабрики не так интересно звучит. Но людские ресурсы тоже мне сейчас пока не особо важны. Я, наверное, подкоплю все-таки политвласть. Пропаганду не надо проводить, у нас и так 100% поддержки войны. А, облигацию военного займа. Вот это сейчас сделаем, это даст нам фабрики. Так. Вот, кстати, их обычные дивизии. Я не вижу, чтобы у них была артиллерия просто как бригада, но я вижу то, что там есть ПТО и куча касок. Касок реально много. То есть защита у них явно будет хорошая. Но атаковать они пока не пытаются. Ну как, вот пытаются, а все. Через реку, да, давай, через реку такой. Они умные. Не хотят убиваться об нас. Я, в принципе, так и знал, что так будет. Может, хоть немного поубивайтесь? Давай, может быть, знаешь, спровоцируем их. Ой, не пробьем машинку. Спровоцируем. Вот так. Не, все равно нас не атакует. А мы двоечкой в горах не можем пробить одну дивку. Понятно. Ладно, тогда сейчас немного постоим. Если я начну атаковать, мне может стать плохо. Поэтому я сейчас немного прокачаюсь. И тогда уже можно атаковать. Что-то они реально слабенькие. Походу, они слишком рано напали. Оп, начали атаковать. Так, только тут могут и пробить. Эй, не надо это пробивать. Так, что здесь можно взять? Давайте, наверное, акклиматизацию холода и зимние потери от истощения. Это будет полезно. Так, стоять. Давай-ка последний рубеж прожмем. Что, ты не выдержишь, что ли? Давай, держи. Плохая провинция. Могут и пробить, если я не среагирую вовремя. Они прямо в нее долбятся. Ну-ка, по потерям давайте посмотрим. Мы 5 тысяч потеряли, не тоже 5. Ну, может, там тоже убивались об них. Чуть-чуть так. Все, здесь пятерка стоит. Знаете, это достаточно опасное место, поэтому я здесь оставлю одну, чтобы она здесь просто стояла. Так, посылаешь ты нам ленд-лиз, спасибо, Сталинград. И я, пожалуй, возьму разведку и еще скорость планирования. Теперь готово. У нас военные заводы, можно взять фонд национальной обороны. При угрозах со всех сторон олени требуется устроить капитальный ремонт своего военно-промышленного потенциала. Фонд национальной обороны обеспечит, чтобы эти средства были всегда доступны для оказания помощи оленей во время необходимости. Военный завод, конверсия, ну я не пользуюсь. Объем заводского производства плюс 5%, неплохо. И фабрик чуть получим. Наверное, штучку одну так. Подожди. Так, нет, там уже нормально. Черт, они и здесь пробивают. Давай сюда. Опять последний рубеж. Через реку, кстати, пробивала, заметьте. Да, все-таки это самые опасные места. Знаете, что я еще попробую сделать? А тут укрепы поломаны. Построить еще укреплений. Конечно, из-за битвы это не будет происходить, но битвы здесь не постоянно идут, поэтому я думаю, более-менее нормально будет. Так, тут мы дохнем, и танки у нас, кстати, заканчиваются. Но я их не произвожу, поэтому, скорее всего, я эти дивизии сейчас просто перестрою в обычные. Танками я пользоваться не буду, это слишком дорогое удовольствие. Так, давай сюда вот. А, блин, я же их прямо сюда поставил в битву, и поэтому они не участвуют. Так, нас здесь могут реально пробить. Ну, помогай. Помогай с трех сторон. Нужно выбить эту дивку. Отлично, получилось. Так, теперь вот это уже опасное место. Последний рубеж. Что там по снаряге у нас более-менее хватает? Я думаю, можно сделать еще, может, шестерку дивизий, послать их сюда. Да, думаю, будет нормально. Тут высоток нигде нет. А то они могут долбануть, конечно. Я не замечу этого. Надо вот так вот камеру отдалять, вообще смотреть на общий план. А то можно так вот увлечься вот этими вот битвами и все, и пропасть. 14 тысяч они 22 потеряли. Но у них людских ресурсов значительно больше, чем у нас. Кстати, дивизий у них достаточно мало. Очень странно. Не похоже на ченджлингов. Хотя их усилила экономика там неплохо так. У них выросла в сравнении с ванильной версией ченджлингов. Но мне кажется, это вопрос времени.
времени. Они очень быстро развиваются, и с такими бафами, я думаю, стоит немного подождать, и все. Поэтому, в принципе, нужно скоро расширяться. Мы потеряли большую часть своей страны. Хотя, наверное, не больше, но половину точно. Поэтому, когда мы ее вернем, будет попроще сражаться. Потому что сейчас нас зажали на таком участке. Мы же забрали там не сильно промышленные территории, я же специально застраивал юг. Но, тем не менее, там по дефолту стоит промка хорошая и ресурсы. Поэтому заполучить придется. Так, что мы здесь можем сделать? Простить командующих, ну, после гражданской войны. Но, мне кажется, уже не стоит этого делать. У меня здесь свои есть командующие, которых я прокачиваю. Так, тебе что? О, приспособленец, отлично. Еще хорошие бонусы. Ну и, короче, сейчас я буду вот так вот мучиться, пытаться что-то делать в плане обороны. Так, давайте-ка, наверное, здесь фабрики возьмем. Оп, пробили еще и здесь. И пытаться также отбивать земли. Но они пробили хорошо, поэтому, знаете, что я сделаю? Поставлю вот такой фронт общий, вот. Так, крупинка будущего изучена. Все, поставил этот фронт. Пока дивизии туда-сюда бегали, конечно, нас здесь пробили. Это было понятно, что это произойдет. Выгнали с реки, но кое-где мы все же здесь укреплены. Так что не все потеряно, я думаю, ничего страшного вообще. И я что хочу сделать. Наконец-то нужно уже изучать саперку. Потому что я уже сделал 700 доп. Оснащения. И, в принципе, саперка будет готова, я сразу ее поставлю. И еще момент. Нужно закупать стали, я так понимаю. Потому что здесь какой минус? Минус 32. По фабрикам 12 у нас их осталось. Ладно, пока разгоняться не буду, нужно еще чуть военных заводов построить, потом туда буду закупать. А укрепления мы все потеряли? А, нет, здесь двоечка есть. Все, хорошо. Давайте посмотрим по потерям. 44 тысячи, мы 24. О, еще сделал. Да, оно сейчас будет хорошо расти. Да, ты, конечно, по людским ресурсам быстро не пропадешь, потому что он не атакует вообще там безбашенно. Он просто видит слабые места и туда пытается ударить. Но хорошо, что пока у него это не получается. Но стоит ему подвести больше дивизий, и будет не круто. Поэтому, я думаю, может пытаться здесь как-то котлить, находить тоже слабые места, но смотрите, здесь строечка стоит, поэтому так вот не пробьем. Я так понимаю, да, через реку? Да, не пробьем, конечно же. Ну, давайте пробуем здесь пробить. Из слабых мест, ну, здесь танк, мы его пробить не можем, будем долго колупать. Такое, конечно. Компьютер готов. Дальше, что можно сделать? А, изучить оружие, давайте сделаем. Промышленная революция, теперь еще фабрики. Хотя нет, стоять. Скорость строительства инфраструктуры. А нельзя здесь как-то в ресурсы выйти? Нету ресурсов, серьезно. Ну, в принципе, можно все равно выйти. Там инфраструктуру нам дадут, а это может быть полезным. Так, давайте попробуем здесь пробить. Не можем, через реку не получается. А у них получалось? Нечестно так. Опа, прошли. Не закотлим, конечно, но... Хотя, тут три провки. Нет, там поймают нас. Хобана. А теперь сюда. А ты вот сюда. Ну, через реку. Давай, 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 давай. Помогай. Должно получиться. Давай, дружок, ты сможешь. Главное, чтобы они не уходили от, блин. Поставили еще одну дивизию сюда. Давай, сейчас даже вынужденную атаку. Черт, они ротацию проводят. Сейчас танк еще поставят, будет вообще не круто. Так, теперь одна дивка пусть стоит. Есть, заняли. Стой, стой, стой. Уничтожаем быстро. Быстро, потому что скоро их освободят. Я чувствую прям. О, ничего-то они не сильно торопятся освобождать. Высадок нет. Сталинград тут. О, снежный город себе забрал. Красавчик, чё. Ванхувер, кстати, расширился, смотрите, какие земли получил. И фокусов тебе, конечно, немножко. Ну, неплохо так. По ресурсам. Ну, ты достаточно бедный, у тебя стали мало. Наверное, придется свой квест 3 закупать. А, ну, смотрите, закрывает это дело. О, неплохо, но дивизию тебе все меньше становится. Если бы тебе помог Сталинград, ты бы выиграла здесь 100%. А пока я даже сейчас еще ставочку делать не хочу. Но зрители, наверное, сделали, и посмотрим, кто все-таки выиграет. Так, котел сейчас мы делаем, тут пропадает егерь, одна машинка и одна дивизия. Так что, оп, неплохо уже по потерям. 105 тысяч, мы 41. Хорошее соотношение, мне уже нравится. Давай-ка, столько не пробивай. Пробьет, да? Пробило. Хоть стоять. А ну, давай-ка вот так вот. Не мешай. Это танк, а избавиться от танка всегда хорошо. О, тут даже соединение есть. Сейчас мы пробьем. Хоть она стоит... А, она в холмах стоит. И тут холмы, хотя как будто гора, смотрите, на кончике. Холмы мы можем нормально атаковать. Ну-ка, давай. Ты, главное, не уезжай. Опа, теперь помогай. Фонд общественных работ готов. Теперь давайте аграрная реформа. Прирост населения, фактор военнообязанного. Давай, давай, давай. Есть. Все, минус один танк. Конечно, легенький, но там вроде даже нету средних танков пока. Главное сейчас то, что могу здесь пробить, поэтому нужно быстрее. Оп, все. Отлично, минус танк. А тут нужно пробовать так вот котлить. Давайте здесь вот без реки нападем и будем вот так вот помогать. Можно попытаться так вот обойти, в принципе, попробовать. То есть как-нибудь, наверное, вот так попробовать. Если получится, конечно, но должно получиться. Давай, так, оставляем по дороге по одной дивизии, чтобы не закрыли нас. Помогай только. Давай, давим, давим, давим. Одну сюда. Эх, что, по одной будет стоять? Плохо, что по одной. Нужно уже сейчас гасить, начинать заранее. Хопа. Так, теперь нужно помогать. Давай.
должно получиться. Оп, есть оружие. 177 дней, это на защиту больше нам даст. Пум-пум-пум. Давайте-ка разведку лучше прокачаем. Новое оружие. И теперь, знаете, что я могу сделать? Пока что без саперки засунуть одну разведку. Как там у нас? А, да, нормально. Да, там немного она тратится. Теперь саперка 2. Еще можно немного перекинуть даже на арту. И накопив ее потом в достаточном количестве, мы сможем сделать 7 на 2. Это уже чтобы атаковать более-менее. Потому что, ну, технику я не осилю делать, а вот 7 на 2, в принципе, можно. А, смотрите-ка, я сейчас возьму, наверное, лучше Маркуса, который дает скорость строительства военных заводов, верфей, топливного хранилища. Но меня интересуют военные заводы. А далее, ну, прирост населения. В дальнейшей перспективе это хороший бонус, а на фабрике 5% получить. Ну, давайте я возьму пока, наверное, лучше на стабильность. А, в принципе, давайте еще и сразу возьмем прирост населения. На будущее, так, чтобы заранее оно уже росло. Стабильность подняли, повысилась как раз таки наша экономика. Не сильно там 10%, но тем не менее. Может, пробовать здесь еще закатлить. Оп-оп-оп, куда ты там, дорогуша, уходишь? Так, давайте будем через реку атаковать, чтобы дольше битва тянулась. И мы успели здесь пройти. Ух ты, крепкий, держит, а? Аграрная реформа есть, теперь давайте-ка национализация шахт. Эффективность увеличения ресурсов плюс 15%, это очень много. Олени — это земля, полная богатых и обильных ресурсов. Но начальники шахт эксплуатировали обыкновенных оленей, а шахты были залиты кровью рабочих. Теперь рабочее — это руководство, и мы можем объединить наши усилия по добыче. С рабочими, командующими собственными производством, все могут извлечь выгоду из богатства наших гор. Отлично. И помогаем теперь здесь. Черт. Переатаковал я там, а ну подожди-ка, а если мы сейчас танк закроем? Хо, не получилось, один котел сделать теперь даже еще лучше. Танк целый. Я готов был обменяться на такое. Хо. Танки — это единственное, что мы здесь не можем пробить у чейнджингов. Если их устранить, то фронт будет для нас более легким. Может, смотрите, у них здесь дыры появились. Но вот, да, манит пройти, атаковать, тем более горы. Здесь вообще изи, раз никого нет, то можно пройти. Потому что если станут, то в горах сложно атаковать. Но пройдем же, поймают, потом плохо будет. Коммуна Ванкувера хочет отправить нам двоих добровольцев. Ой, слушай, спасибо. У тебя нормальный так войск. Я бы не прочь там с тобой альянсе как-нибудь забацать. Но там, скорее всего, альянс Сталинград сделать. Посмотрим, в общем. Так, тут нас пробивать, пожалуйста, не надо. Можно не пробивать? Ну, давай так. Фокус, все, остановилось. А то тут сложно потом будет вернуться на свои места, если пробьют все-таки. Ну и здесь пытаться можно дальше атаковать. Они, кстати, здесь истощаются, смотрите. Причем неплохо, давайте посмотрим. Атака минус 13 и защита минус 13. А, мы не истощаемся, потому что у нас хорошие бонусы к холоду. Причем только март. Только март. А дальше идут уже теплые месяцы и будет посложнее. Ну ладно. Еще у нас много зим будет. Сейчас давайте попробуем здесь вот пробиться. Если получится. Ох, они хорошо заняли это место. Прям облепили нас со всех сторон. Кое-где у них дыры. А, уже и дыры почти нету. А кое-где прям залепливают тут все. Нужно больше сюда подмоги. Нельзя сдавать эту точку. Хочу котел забацать. Вон тут много мест, в которых можно атаковать. Раз, два, три, четыре, пять провинций можно атаковать одну эту. Могут и выдавить, я правда. А, я ж саперку не засунул. Тю ты, блин. Опа, саперка теперь есть. Много схавала, кстати, доп. Оснащения. Все равно выбили. Но с саперкой должно быть теперь попроще. Национализация готова. Может быть, ружье за каждую монету, потому что конец кустарной промышленности. То есть, тут мы делаем качественное оружие, тут мы делаем плохое, но много. Скорость 30 военных заводов, стоимость производства, военный завод 3 штуки. Ладно, ружье за каждую монету. В оленей более 10 миллионов оленей. Убедившись, что у каждого оленя есть ружье, мы не будем бояться, что в ближайшее время закончится огневая мощь. Да, давайте возьмем. Так, тут танк. Коммуна, ты не убивайся лишний раз, пожалуйста. Ну, неплохо. То, что нам здесь еще помогает хоть как-то. Еще бы Сталинград бы, конечно, свои дивизии кинул, но у него здесь свои заботы. Он там воюет с этим яками, только границ нет их. Пионеры, идеологические рыцари до 11-го года. Ух ты, неплохо, такие бонусы хорошие. Так, давайте поставим сюда военные заводы еще. Рассредоточенная поддержка. О, теперь можно потратить опыт армии. Противопехотная атака. И скоро, наверное, буду делать 7 на 2. Разведроту прокачали. Давайте. О, а подожди, у нас там максимум как? До максимума не вышли, поэтому можно сейчас, пожалуй, взять вот это дело. Промышленность. Ну-ка, а если все-таки попробуем здесь атаковать? Давайте с двух сторон. Саперка изучилась. Давайте еще, пожалуй, строительство по ресурсам. У нас их, правда, все равно не хватает, даже с тем фокусом. Поэтому скоро будем брать исследования на ресурсы. Так, давайте еще вот эту дивку устраним сейчас. Отлично. Убираем ее. Так, я нашего основного генерала прокачал на приспособленца и эксперт по пехоте. На оборону не брал, взял все-таки на атаку, потому что скоро я уже буду пытаться контратаковать. И нам нужна будет именно атака пехотной дивизии. А приспособленец, ну, хорош, потому что как бы акклиматизация, да и, собственно, здесь горы. А уменьшение штрафа за местность здесь, ну, играет очень важную роль. Здесь нас, кстати, все-таки пробили. Можно попробовать как-то, может быть, закатлить, хотя стоять тут же морская база. Но, морская база, если сейчас, мы что сделаем? Вот вы, поставлю-ка сейчас... тебе. А тут все намешано, да? Подводные лодки, все остальное. Ну ладно, ничего страшного. Давайте-ка я вас поставлю на, пожалуй, просто пока охота на конвои. Вот здесь. Охота на конвои.
Хоп, хоп. Потом, когда будем торговать, я сменю на защиту конвоев. Если будем котлить, то шанс, что уплывут вот эти дивизии, маленький. Но здесь гасит хорошо, река спасает, просто река спасает. Если бы не река, ничего бы не вышло. Ладно, стоим, короче. Это один танк. Да и так пробить, кстати, могут. Давай. Эй, куда ты там отступаешь? Ты же успела подойти, ты даже в битву не вступила. Так, ружье есть. Давайте-ка фабрике выйдем к ячейке исследований. О, черт, да не атакуй-то, стоишь. Все-таки кое-как нас здесь пробивает. Но главное, что здесь они истощаются, и здесь можно котлить. Нужно пытаться котлить. Потому что дивизии из-за истощения слабые. И просто уменьшать их численность, потому что их становится все больше и больше. Ну а пока мы, пожалуй, закончим. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте обязательно колокольчик, а в нем еще галочку, чтобы не пропускать наши новые видео. Также сидите на наших серверах в Дискорде, там общаемся, играем различные мультиплеерные партии. А также еще скачивайте моды на русском языке из нашей группы ВКонтакте. Пишите там вопросы на стене или делитесь интересными моментами. Ссылочка в описании. Ну что ж, с вами был Эмбра, спасибо большое за просмотр. До встречи.